Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Команда телекомпании «Самара ГИС» впервые вышла поиграть в хоккей с мячом. На воротах Андрей Горгуленко, в атаке Сергей Кизоркин. Особенности турнира, посвященного Дню защитника Отечества, мини-площадка. Коньки заменили на валенки, время матча всего 20 минут. Привлекли к забытому в Самаре виду спорта новых поклонников. Среди них и команда турнира «Золотая шайба» «Космические аллигаторы». Непривычно, но справляться можно. Удар получается. Поиграть, получить удовольствие, но самое главное. А выиграть это уж как получится. Хоккей с мячом в валенках – разновидность классической версии бенди. Турниры проходят во многих городах России. Первые соревнования в Самаре собрали на «Локомотиве» 12 команд. Играли по олимпийской системе, на вылет. Следующей зимой организаторы обещают провести хоккей с мячом в валенках уже полноценным турниром. Не в один день, а несколько месяцев, если позволит погода. Он доступный для всех абсолютно. Минимум амуниции, достаточно валенок для участия в соревнованиях. Ну и многие, наверное, в детстве начинали с этого. Играли в хоккей во дворах и потом уже приходили в большой спорт. В первом городском турнире хоккей с мячом в валенках победила команда «Акулы». В финале «Хищники» победили «Крылья Самары» со счетом 7-0. Бронзовые медали у команды «Мехта». Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!